Ура! Опять! Привет! Привет! Сегодня мы приехали в свинка Peppa World. Да, мы приехали в Пултонс парк, и в нем же есть Peppa Pig World. То есть тут где-то должна гулять, наверное, свинка Пеппа с Джорджем. И что ты тут сразу же нашел? Мы только зашли, сразу же тут магазин, тут же кошка, собаки, Максы. И рюкзаки даже такие в виде Макса и Бриджит. Бриджит. А что тут еще? Ага, Peppa Pig всякие игрушки. А смотри, чего нет. Такое, я думаю, у нас в Одессе есть. Смотри, вот чего вот я не встречал раньше. Это же динозавр Джорджа. Встретили настоящую? Да. Джордж, это надо было ехать за 1000 километров, чтобы мягкую Пеппу встретить. С динопавром? Наверху лошадь, Пегас. С каретой под потолком. Стикерс. А, это наклейки. Ой. Софочка. Тебе так она понравилась, да? Эта софочка. А, так это рюкзак? Это то, что тебе надо на каждый день. Да. Ходить на работу. Это если я замерзну, сейчас что-то прохладно сегодня, можно будет еще вот такое одеть, да? Теперь сверху? Ты будешь Peppa Pig. Daddy Pig. Смотри, какой огромный каменный шар. Вот Африка, вот Европа, вот Англия. Представляешь, это целый огромный каменный глобус. Интересно, а остановить его можно же, да? Вот. Не? Да, вот, я его покрутил. Видишь? Повернул землю. Я повернул землю, да. Америка уже вверх ногами. Да, ты перевернул вверх ногами Америку. Сейчас у всех американцев голова, наверное, болит. Вверх ногами. Крутится голова. Прикольно. Огромный такой шар. Куль, что куль? У нас уже дома есть один такой донат. Может, нам больше не надо? Точно такой донат у нас дома есть. В мультике Пеппа кормила всегда уток, да? А вот и здесь тоже. Куча уток. То есть люди кушают и могут кормить уток. 16 уток. Крутяк. Это прикольно. В кафе сидишь и кормишь уток. Кря-кря-кря. Квак-квак. Догоняют, чтобы покушать. Кафе залезло на крышу дома. Ого, она даже не на крыше, она вообще там на какой-то высоте. Мама и папа залезли. На крышу замка. Это такие карусели. Мы с тобой, Макс, заходим в Peppa Pig World. Вот это, наверное, самое прикольное здесь. Кто это нас тут встречает? Дедушка Свин. Осторожно, проходим. Да, тут какой-то поезд ходит. И нас тут встречает дедушка Свин. Видишь, это домик бабушки и дедушки. Прикольный? Ну туда, я так понимаю, не пускают в этот домик. Пускают на карусели всякие. Мы бежим кататься на шарах. Воздушных шарах. Давай. Так. У вас такая большая корзина. Ну пока. Пока-пока. Высоко. Где-то там высоко наши Макс и Катя. И мама. Аж возле свинки Пеппы. Уже внизу, уже спустились. Ну как там, чельки-карусельки? Классные шары? Ну и, Макс, еще. Еще, а вы так быстро, действительно, поднялись, чуть-чуть покатались и вниз. Паровоз. Паровоз, пошли на паровоз. Давай. Сейчас мы заходим в школу Мадам Газель. Мадам Газель School House. Я понял, что там. Там можно сделать вот такую вот фотографию. С Мадам Газель. С свинкой Пеппой, Джорджем. Я думаю, что здесь что-то интересное. Тут фотки сплошные. Да, я тоже думаю, что тут какие-то хотя бы столы будут, да, как парты, как в школе. А, ну чуть-чуть похоже на школу, да? Есть Мадам Газель, Пеппа, Сьюзи и Джордж. И учат ABC. Что, все игрушки приклеены, да? Не дают поиграть. Ну все, идем дальше. Школу увидели. Еще я тут видел домик бабушки или дедушки. А это называется Mr. Potato Playground. То есть... Смотри, фонтан свинка Пеппа. А ну. Ух ты, бронзовый такой. Пеппа с Джорджем, да? Так, и тут площадка мистера картошки. Макс уже погнал.
Сейчас мы его там встретим. Ты не намочился, там вода. Круто. Под горкой прошел. И теперь над трубой, да? Молодец. А дорожки какие тут разноцветные? Радужные. Куда-то наверх. На чердак. А мне кажется, что это домик на дереве. Не похоже? А тут что? Ага, это какой-то то ли чердак, то ли палатка. Прикольно? Это ксилофон такой с резиновыми палочками. Смотри. Смотри. Ты опять наверху? Что это за зверь? Быстро так скачет. Это утка скачет. Лошадь. Лошадь? Она на утку что-то сильно похожа. Точно утка, да. Быстро скачет. Как лошадь. Куда-то Макс от меня убежал в Peppa Pig's Toys Shop. Ты где убежал от меня? Ну? Сплошной Peppa Pig тут. Тут сплошной Peppa Pig. Убегает от тебя? Угу. А вот это наверху, это что за автобус? Это что, и семья или кто это на нем ездит? Семья! Так у них же вроде поменьше машина. И автобус тоже? Вау, куда это мы попали? Мы попали опять в какую-то площадку здоровенную с горками. Это ракета Джорджа. Макс от меня как-то сбежал и уже пошел наверх. О, привет, привет! Привет, космонавт! О, привет, Макс! Класс! На пожарной машине уже где-то наверху. Вот это класс! Привет! И тут ксилофон. Ты у нас музыкант? Какая-то новая зона. Какие-то стрелялки. Макс показывает, как висит шарик. Вау, точно! Висит на воздухе, круто! А этот что делает? А, вверх куда-то. Вверх, 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 вверх по трубам. И туда. Мы с Максом играем в крестики-нолики. Макс пока впереди. Поставь, пожалуйста, крестик вот тут вместо меня. Да. Так. Теперь твой ход. А, ты выигрываешь сейчас. Все, Макс выиграл. Я помню, в крестике-нолике кто первый ходит, тот и выигрывает. Вышли мы из этой детской площадки. И что-то Макс засек. Утки. Реально плавают утки, как в мультике. А ты смотри, тут плавают игрушечные утки, а вон люди кушают и ходят настоящие утки. Как в мультике тоже. Люди кушают, а утки ходят попрошайничают, крошки собирают. Мы с Максом пришли покататься на кораблике дедушки Свина. Да, это дедушки Свина, а это не знаю. Красный — это дедушки пса, наверное. Наверное. Это дедушка Дэнни. Точно. Поплыли! Смотри, кто там плавает, Кать. На лодке дедушки Свина или корабле дедушки Свина. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Кто-то там плывет? Это мы. Вы кажетесь такими милашками, крохотульками в этой лодочке. Как будто вам по 3-5 лет. Малыши. Я тут даже видела, что тети сами без деток плавают в этих лодочках. Катя, привет. Привет, мальчики. Вам хоть весело? Очень весело. Оно видно так радостно. Я тут встретила мальчиков возле игровой площадки. Вы что, будете играть? Макс, ты хочешь? Макс, ты что, хочешь играть? А кто бросать будет? Я. Ты будешь бросать? А кого ты хочешь выиграть, Макс? Кэнди. Кэнди? А, кошечку Кэнди. Вот так. О, смотри, как надо бросать. Это нежно, легенько. Да. Макс будет бросать сам?
Оставим две монетки. Держи, Макс. Давай. Надо, чтобы работай на Кэнди. Мимо. Мимо. К сожалению. Кэнди остается лежать на месте. Все, все пробуешь или я пробую? Я пробую, но последний раз, окей? Катя тоже вот кричит хочет. Давайте каждый по одному. Ну давай, я теперь. Очередь папы. Окей. Так, папа, а ну, мы работаем чуть-чуть. На Кэнди. Еще раз, Вашик. Опять! Наша Кэнди! Выбирай! Что ты выбираешь? Кэнди, Крис! Таких Кэнди не осталось лежать на месте! Пожалуйста! Та-т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 а
Лена еще работает для Кати, а что делать? Мама, я хочу. Ты хочешь бросить? Катя тоже будет играть. Посмотрите на Макса, сколько радости у человека. Две монетки бросай туда, по одной, давай. Раз, два, да, Катя, бросай. Ой, там выиграли тоже Пеппу-принцессу. Молодец, Катя. К сожалению, у тебя не получилось. Что будем делать? Просить папу? Катя расстроилась. Не факт, что у меня получится, Катя. Ну тебе же Макс будет давать кэнди, правильно? Это ваша будет кэнди на двоих. Просто так получилось, что мы к Максу выиграли. А вообще это ваша. Да, Макс? Играть еще раз? Какая звездная. Донат завозили? Возили. Еще папу будем возить. А хоть какую папу ты хочешь, скажи? Кэнди. Ну что, папа, пробуем еще раз? Я попробую, конечно. Только я не знаю, зачем нам еще одна кэнди. Ну, у нас двое детей, две кэнди, значит. И что там? Вверх ногами твоя кэнди. Катя, болеем за папу. Но я ж боюсь, у меня уже руки трусятся. Я уже боюсь, что могу не выиграть. Папа, старайся еще на одну кэнди. Это тебе не просто так. Ребенок расстроен. Так, папа готовится. И... оп! К сожалению. Оп! Легче надо? I was lucky, but I have to chill. Давай я попробую. Мама на очереди. Спасаем ситуацию. Мама пробует играть. Я стараюсь для тебя, дорогая. Unlucky. А, все, что так. Да что, Катюша, бросать в розовую папе? Давай, может, действительно будет какая-то успешная розовая. Они выпрыгивают все. А, там, наверное, кто-то сидит и отталкивает. Наверное. Катя немножечко расстроилась, что ей не попалась игрушка. Мы возьмем вот такую вот Пеппу, да? Да. Чтобы немножко поднять настроение расстроившимся девчатам. Держи, Катерина. Вот твоя конфета из маршмеллоу. Пойдем. Ой, дождик начался. Побежали быстренько прятаться. Ты видишь, что тут едет? Едет паровозик дедушки. Паровозик дедушки, чух-чух-чух. Дедушка смешной такой, конечно. Макс, смотри, вон твоя кэнди стоит в кустах. Видишь? Макс, ну ты везучий, реально везучий. Это что, заправка? Ух ты, машинки. Машинки, как у дедушки. Или у кого там, у свинки Пеппы. Вон машинка дедушки. Да, вот это машинка дедушки. И вот еще разные машинки. Вот эта машинка дедушки. Розовая, розовая деду, папа, свина. Так что, идем в очередь на машинки? Погнали. Что-то дождь нас выгнал немножко. Мы хотим на машинках покататься, но там реальный дождь идет. Какие классные машинки. Надо с зонтиком туда идти, получается. Мы погнали. На оранжевой машине. А с крышей это у кого была машина в мультике, не помнишь? Нет, с крышей может быть. А вот и наши девочки мокрые. Хай-хай. Девочки. Ну как тебе тут, мистер водитель? Класс. Свинка Пеппа. Хрю.
О, это станция техобслуживания дедушки пса, да? Да. О, эвакуатор даже. Тут машина чья-то не заводится, и дедушка-пес ее ремонтирует. А тут нас встречают Джорджи. Кролик, как ее там, Ребекка? Это не кролик, Ребекка. Француз, это гости приезжали к ней, да? А чья это у вас машина, а? Оранжевая? Я так и не понял. Макс, ну как там? Хрюкала твоя машина или нет? У нас всю дорогу хрю-хрю, этот папа-свин, да? Макс, а тут гонки на динозаврах. Пойдешь поскачешь? Как на лошадях. Ну, пошли. На посадку. Макс, твой динозавр приехал. Сейчас будешь садиться. Himself, yes. Back seat, please, mate. Садись. Макс погнал на динозавре. Ух ты, как старт. Так быстро он погнал, вообще очень быстро. Макс летит на динозавре. Круто! Макс, привет! Ты тут на динозавре летишь? Да. Он такой быстрый, супер! О, я буду с тобой бежать! Иго-го! Кто быстрее, я или динозавр? Я! Ты быстрее, молодец! О, мама тут тоже! Привет, мама! Привет. Вы гонщики! Что там? Да. Вулкан! Это ты вокруг вулкана едешь! Смотри, кто здесь скачет! Привет! Ну как, тебе понравилось? Очень прикольно, правда, Макс? Очень классно. Привет, гонщики. У меня улыбка с лица не сходит. Оно так весело, как-то так необычно. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Пойдем. А дождь идет и идет. А мы гуляем. Сынка Пеппа просто кушает. Кушает Пеппа? А ну. О, прикольно. Они такие здоровенные. А папа свин вообще. Все, Макс пошел дальше. Ну что, Макс, тебе понравилось в парке? Свинка Пеппа World. Жаль, правда, что дождик немножко нам помешал. Я очень доволен, потому что я выиграл Кэнди. Да, Кэнди классный. Ну, мне реально повезло. Я потом еще 5 раз пробовал и ни разу не получалось. Лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. А мы бегом сушиться домой. Давай. Смотри.